Congratulations, здравствуйте. Сегодня в Ленинграде новым составом в этом клубе в первый раз. И очень-очень рады вас сегодня здесь видеть. Представлю музыкант Фантом Паронин. Рояль. Владимир Тальфахрутов, контрабас. Давид Кибучава, барабаны. Первая композиция, которую мы сыграли, называлась «Appearance». Это моя самая первая композиция, которую я написал. То есть она в каком-то смысле является открытием, да. Поэтому мы сыграли ее первым, называется она «Appearance». Дальше мы сыграем сет написанных исключительно новых композиций. Они не имеют названия. Их пять. И тут они, соответственно, в порядку первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вот начнем с первой. Thank you.
Спасибо.
Thank you.
Спасибо большое. Антон Коровин, Раэль. За одну из концов пунктов. Контрабас Олег Кибичава, барабаны. Мы сделаем небольшой перерыв, минут через 5-10 мы вернемся. Спасибо. Thank you.
Второе отделение мы открыли известным джазовым стандартом композиции Эдди Харриса. Тем называлась Fringe Jazz Dance. Дальше мы продолжаем нашей программой. Прозвучит композиция номер 4. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Антон Боронин, рояль. Владимир Кольцов, Крутов, контрабас. Давид Кубачава, барабаны. Меня зовут Антон Лёшкин. Мы сыграем последнюю заключительную композицию на сегодня. И в принципе, то есть последняя завершающая композиция этого проекта, она называется пятая композиция. Thank you.
Дальше Антон Доронин, Владимир Кольцов, круто, Давид Кибучава, я даже Антонисов. Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня на концерт. Мы были очень рады играть для вас. Ждем вас еще. Спасибо большое, до свидания.